Увага спортивных аматоров в эти дни прикована до гомельского спорткомплекса «Локомотив». На паркете этой арены вызначится уладание Кубка Беларуси по мини-футболе. Сегодня у Гомеля стартовал финал четырех. Формат, який включает у себя две полуфинальные гульни и финал, проводится в областном центре у Першиню. Сегодня сутренутся команды «Дорожники», «Борисов 900», «Витен» и «Лид Сельмаш». Переможцы этих матчей сгуляют помеж собой в финале завтра, початок у 20:00. Перед финальным матчем отбудется фестиваль мини-футбола с уделом дитячих команд, встреча команд ветеранов мини-футбола Минска и Гомеля. Так само в программе выступления аниматоров, творчих коллективов культурно-спортивного комплекса гомельского отделения «Чыгунки», студии черлидингу «Индиго Стар». Мы попали в четверку. Это уже неплохо, да, для команды «Борисов 900». Я скажу, что, наверное, все четыре команды, которые приехали сюда, они все хотят выиграть кубок. Это один из лучших у нас спортивных комплексов, где мы играем в мини-футбол в Беларуси. Условия довольно-таки хорошие для команд. Площадка тоже довольно-таки удобная для игроков. Так что все есть для хорошего футбола.